Многоликая и загадочная Барселона. Ну, принято, он не играет сегодня. По Барселоне быстренько скажем, что сегодня Видаль играет. Спокойненько за 15 минут разобрался, что к чему. Забил мяч, и Барселона стала чемпионом. Об этом, кстати, довольно много... Если Олд Траффорд – это театр мечты, то Камп Ноу – это театр, где мечты... Выиграв свои матчи, дождаться осечки от Манчестер Сити и стать чемпионом. Кстати, вот, потому что их соперник – это их бывший клуб. Нет, они играют за Барселону, они уже ее часть, но особенно с... Сегодня на скамейке запасных, а в стартовом составе Артуро Видаль, Эрнесто Вальверде, главный тренер Барселоны. Клопа хотелось бы процитировать. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, может быть, ты процитируешь кого-то. Нет, я больше музыкальный. Джеймс Милнер, капитан команды, и пятый Жоржиньо Вейналдум. Кто из них сыграет ближе к атаке, увидим. Ну и будет участник сегодняшнего матча. Салах играет назад и тут же врывается в штрафную. Двоих прошел, пробил поворотом, дальше пытается проскочить. Два игрока, Салах и Милнер, чуть позади. Пытались разыгрывать комбинацию в центр, перевели метровую отметку. А сейчас Барселона первый угловой выполняет. Подача неудобная для вратаря. Скидка Суат. Мане в штрафной. Падение. Кюйперс не дает свистка. Не будет 11-метрового в этой ситуации. Опять Барселона со скрипом, защищаясь, выдавливает мяч. Без мяча перекрывает все свободные пространства. И теперь Салах перед чужой штрафной. Но здесь Бускетс. В итоге увлекается. Луис Суарес дотянулся до мяча с трудом. И скорее сам нарушил правила, чем... Получил по ногам, но вопрос в том, отпустил ли он достаточно далеко мяч. Ливерпуль начал с преимуществом. Иногда бывает команда аутсайдер, ну, на бумаге, у букмекеров, она начинает с него. Да ничего не может сделать француз. Передача в центр. И здесь друг другу мешают. Конечно, никуда не пропустил. Хорошая комбинация. Ракитич один на один. Передача. И кто снимает мяч? Жуэль Матип? Да, это Жуэль Матип. У Барселоны именно с Ливерпулем не самый... Удачный личный счет. Дельную позицию не реагирует на призывы аргентинца, а Салах уже рвется в штрафную. Мане неподалеку. На площади уходит левее. Тут два соперника его прессингуют. Каутиньо. Удар в створ. На месте Алисон Беккер. Намагниченный к нему все время идет. Салах снова с Гомесом играет. Пас на свободное пространство. Но здесь только торжественный разворот. Месси. И вот передача. Похоже на офсайд. Каутиньо бьет по воротам. Нет положения вне игры. Поднимают уверенные в этом офсайде. Вообще не требовалось. Но действительно, он боец невероятный. Продолжается атака. И ищет два пуси. Альба, Месси. Месси опасно. И не попадает толком по мячу Лео Месси. Но продолжает. И вновь перед ним Мане. Он уступает ему мяч и нарушает правила. В метре от линии штрафной до боковой линии. Но навесы отсюда могут быть. Короткая передача и точная нужна. Робертсон, подача. Матип едва не долетел до этого. Матипа за футболку вовремя отпустил. Так, Наби Кейта. Все-таки, видимо, будет замена. Уже был эпизод при Миньоле у Ливерпуля. У Барселоны Силисон, резервный вратарь, а также Умти. Он и девятка, и не девятка. В любой момент Милнер, мяч под правой ногой, находит Садио Мане в штрафной площади. Ложное движение, удар. Yes. Очень красивое решение. Лео Месси, кстати, любимый для него ориентир. Например, когда выиграл 4-3, по-моему, да? Ой, как здорово! Счет прозевали уругвайца, прозевали защитники Ливерпуля. Идеальная передача с фланга, одного касания хватает Луису, чтобы пробить мимо Алисона Беккера. 1-0, Барселона затаилась в этом матче. 25 минут несвойственной ей игры, и вот этот гол. Разочарован Юрген Клопп, но и мы понимаем, какой замечательный. Не проходит передача, Хендерсон в порядке. Салах на левом фланге. Бежать. Месси как поборолся за мяч три раза в развитии одной атаки. Два на своей половине. Потенциально опасно. Если бы не заблокировали, это было бы серьезно. Но вот момента Ливерпуля из этого прессинга, в общем... Видаль накрывает. Робертсон, Милнер в штрафной. Очень опасно. В центр передача. Суарес, Альба. Ох, как красиво. Кутиньо, Суарес.
Нет, уже... Снова длинная передача. Мане на углу штрафной против Сержа Роберто. Проталкивает мяч. Талак скидывает назад. Перевод на Мане. Дотянулся с трудом. Это Сержа более уверенно заиграет. Отличный пас вот Мане! Вот это момент. Вот здесь прекрасный шанс был у Ливерпуля. Не добрался, может быть, чуть-чуть сильнее.